Вы смотрите видео об отеле Alvarello Apartments & Villas. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Alvarello Apartments & Villas расположен в стране Италия в регионе Венецианская Ривьера и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Гостиничный комплекс с размещением в благоустроенных апартаментах и виллах с оборудованной кухней и балконом. Находится на острове Альварелло, на территории природного заповедника. В числе услуг – детский клуб, торговая инфраструктура, анимационные программы, ресторан европейской кухни. Подойдет для размеренного семейного отдыха в живописном уголке Италии. Номерной фонд отеля состоит из однокомнатный апартамент «Моноу». Два спальных места, 30 МКВ. Входит в группу апартаментов, расположенных на втором этаже. Состоит из гостиной с двухместным раскладным диваном на два человека. Туалет с душевой кабиной. Мини-кухня и кондиционер. Автостоянка для один машины вблизи комплекса. Расположение зоны фьордов. Двухкомнатный апартамент «Вилла». 2/4 спальных места, около 45 МКВ. Входит в группу апартаментов-таунхаусов, один- или вторых-этажных. Состоит из гостиной с мини-кухней и двухместный диван-кроватью или кресло-кроватью, ТВ-сад и кондиционером. Один спальня с двухспальной кроватью, один санузла с душевой кабиной, снаружи имеется садовая мебель. Автостоянка для один машины вблизи комплекса. Расположение – зеленая зона, зона фьордов. Трехкомнатный апартамент «Трилла». 4/6 спальных мест, около 65 МКВ. Входит в группу апартаментов-таунхаусов, один- или вторых-этажных. Состоит из гостиной с мини-кухней и двухместный диван-кроватью, ТВ-сад и кондиционером, один спальня с двухспальной кроватью, один спальня с двумя односпальными кроватями или двухъярусной кроватью, один или два санузлов, снаружи имеется садовая мебель. Автостоянка для два машин. Расположение, зеленая зона, зона фьордов и недалеко от пляжа Кейпа-Норт. Четырехкомнатный апартамент, квадрилла. 5/7 спальных мест, около 90 МКВ. Входит в группу двухэтажных таунхаусов. Состоит из одного спальни с двуспальной кроватью, один спальня с вторая односпальными кроватями, один спальня с одной кроватью, гостиная с мини-кухней с посудомоечной машиной и двухместный диван-кроватью. Два санузла, ТВ-сад, стиральная машина и кондиционер. Снаружи имеется садовая мебель и барбекю. Автостоянка на два машины. Расположение зоны фьорда и рядом с пляжем Кейпа-Норт. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть потребление воды, энергии и последняя уборка включены в стоимость. Белье и ванные полотенца в домах и апартаментах меняются бесплатно раз в неделю за исключением диван-кровати. Можно заказать дополнительную смену белья или арендовать дополнительные комплекты. Для односпальной или двуспальной кровати 6 евро ровно каждый, комплект полотенец из хлопка 6 евро ровно, комплект махровых полотенец 9 евро ровно, столовый комплект на 4 человек 6 евро ровно, дополнительная замена, перестилка работникам 8 евро ровно за кровать, включая стоимость белья. Химчистка и прачечная селф-сервис на фьорде Диаманти и в туристическом порту только селф-сервис, евро 6,20 стирка, включая стиральный порошок, на 6 килограммов белья, или 10 евро ровно на 12 килограммов белья, 5 евро ровно сушка на 6 килограммов. Аренда детской кроватки для ребенка до 3 лет 30 евро ровно в неделю. Запрещается привозить домашних животных. В стоимость проживания также входит Албакар, вечерние спектакли, анимация, вход в бассейны спортивного центра и спортинга фьорды, пользование паровозиком Тренина. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.